Сны бывают разные. Яркие, мутные, приятные или кошмарные. Бывают сны в руку, а бывает, что встанешь не с той ноги. Но я попал в какой-то сверхреалистичный сон. Он был как продолжение повседневности. Родители еще в пятницу вечером уехали на дачу. Я один в квартире. Завтра суббота, и на учебу идти не нужно. Прекрасно. Стоп, в моем сне суббота уже началась. И началась она с того, что из зеркала в нашу квартиру, как к себе домой, вошла пожилая женщина с подсвечником, на котором горели три свечи. Гостья была в старинном черном облачении. Морщинистое лицо было серьезным. И самое интересное, я совершенно не испугался. Не потому, что я осознавал, что вижу сон. У меня было ощущение, что я ждал этого визита. И за пару секунд до ее появления я почувствовал, что она где-то рядом. Это странное шестое чувство стало проявляться во мне давно. В основном, когда я подходил к зеркалам. Редко, но отчетливо я ощущал присутствие кого-то за стеклянной поверхностью. Но кроме собственного отражения никого не видел. А тут пазлы сложились. Сначала предчувствие, а следом визитер. Я даже испытал удовлетворение от того, что все-таки не спятил, а действительно обладаю каким-то даром. Здравствуйте, Евгений. Прозвучал вежливый, но строгий голос гостей. Да, испуга у меня не было, но удивление накрыло по полной. Здрасте, а вы кто? Растерянно поинтересовался я. Меня зовут Таисия. Я бывший проводник. А вы что, в поезде работали? Нет. При жизни я работала на перекрестке миров. И была проводником в иные измерения. Теперь я должна передать свою должность тебе. А, постойте, можно я присяду? А то столько информации, что у меня мысли путаются. Пробормотал я, ища глазами стул. Родители, наверное, рассказывали. Они еще до твоего рождения попали на перекресток миров. Твоя мама тогда уже была беременна. Это не прошло для тебя бесследно. У тебя есть дар. Ты следующий проводник. А, но я... Не перебивай. У нас мало времени. Это очень важно. Я оставлю подсвечник тут. Когда проснешься, бери его. И иди через зеркало на городскую площадь. Там увидишь черный купол. Подходи ко входу и прислони руку. Дверь откроется. Иди прямо по коридору в зеркальный зал. Первое зеркало справа. Заходи в него. Это кабинет Курта. Он наш друг. Он тебе все расскажет. Можешь полностью довериться ему. Он... И тут я проснулся. На часах 7:20. Утро, солнышко, суббота. Я один в квартире. Вспомнил про свой сон. Ну, приснится же такое. Прям бред какой-то. Надо пойти умыться. По пути в ванную иду мимо прихожей. А там, перед зеркалом, подсвечник стоит. С горящими свечами. Я, наверное, на метр подпрыгнул от неожиданности. Подсвечник был в виде древа. На нем горели три свечи. Нет, ну одно дело это во сне увидеть и забыть. И совсем другое, когда сон перетекает в реальность. Это прям до костей пробирает. Медленно иду к зеркалу, а у самого зуб на зуб не попадает. И вовсе не от холода. А у зеркала мне и вовсе поплохело. Потому что вместо него проход образовался. И в памяти сразу всплыл отцовский рассказ. Как они с мамой в зазеркалье попали. Я всегда думал, что это легенда или сказка, которую для меня придумали. А тут все своими глазами вижу. Портал, блин. И подсвечник такой же, как отец рассказывал. Бронзовый, ветвистый. А в голове каша. Прям хоть караул кричи. Надо пойти умыться, и все пропадет. Это глюки, наверное. Залетаю в ванную и под холодный душ. Охладился, оделся и выхожу с закрытыми глазами. Открываю глаза и вижу, не помогло. И бронзовое дерево со свечами, и портал в зеркале, все на месте. Ну что ж, думаю, наверное, судьба. Нужно идти. Уж прямо и любопытно становится. Не каждый же день двери в параллельные миры попадаются. Беру подсвечник и шагаю в портал. Заброшенная версия нашей квартиры встречает меня хрустом поломанной плитки под ногами и полным запустением. Я сделал шаг и огляделся. Все так, как рассказывал отец.
Но увидеть своими глазами это куда круче, чем 100 раз услышать. Обои лохмотьями свисали со стен аж до самого пола. На кухне следы костра. Окна выбиты, и все это покрыто толстым слоем пыли. Увиденное пробирало аж до мурашек. Но когда я вышел на улицу, мурашки стали размером с кулак. Мой родной город выглядел как после нашествия пришельцев. Безглазые высотки, опутанные мощными корнями. На улицах ржавые разбитые автомобили. Асфальт везде буквально разорван буйной растительностью. А на небе вращается огромная воронка из черных облаков. Охренеть! Вырвалось из моих уст что-то среднее между восхищением и удивлением. Так, надо дойти до площади. Проговорил я вслух инструкцию от женщины в черном. Площадь находилась недалеко от нашего дома, буквально через квартал, но из окон квартиры ее не было видно, мешали высотки. Вынырнув из-за угла последнего дома перед площадью, я чуть не упал от неожиданности. Огромный черный купол высотой с 9-этажку накрывал центр площади. Идеальная полусфера. Хотя нет, приглядевшись, я стал понимать, что это шар. Огромный черный шар. И это все выглядело так, как будто бы гигантская рука метким броском со всего маха вколотила этот шар прямо в середину площади. Шар вошел в землю ровно наполовину своего диаметра. Поверхность площади застывшими волнами расходилась от эпицентра удара. Столкновение с землей было такой силы, что потрескались ближайшие дома, а тротуарная плитка, разлетаясь, изрешетила их стены. Вероятно, дома остались стоять только благодаря мощным корням, которые их опутывали. Центр черной воронки в небе находился точно под этим шаром. Мне вспомнился какой-то фильм про астрономию. Там рассказывали, как спиралевидные галактики вращаются вокруг черной дыры. Нечто похожее происходило у меня перед глазами. Этот шар какой-то чудовищной силой собрал все облака в огромную черную воронку, заставляя их вращаться и сверкать разрядами молний. Фантастика! Снова вслух восхитился я и с открытым ртом пошел искать вход в черную сферу. Преодолев неровности местности, я сразу увидел вход. На идеально ровной поверхности шара резко выделялось отверстие диаметром 1.3 метра. Отверстие располагалось на уровне земли, и из него, как черный язык изо рта, был выдвинут прямоугольный трап. Вид этой сферы поражал двумя вещами – идеальностью и аскетизмом. Ничего лишнего, просто огромный шар, а в нем отверстие и трап. Никаких надписей, окон или выступов. Просто идеально правильная форма и отполированная до черного блеска поверхность. И все. Отверстие оказалось входом в короткий тоннель. Всего шагов 5. А дальше тупик. Стена. Такая же идеальная и черная. Как будто огромным сверлом кто-то начал сверлить этот шар и вдруг передумал. Так, приложить руку. Снова проговаривал я инструкцию, полученную во сне, прикладывая правую ладонь к глянцевой поверхности. Задвижка молниеносно уехала вверх, не издав ни звука. Я даже не успел понять, какой она толщины. Передо мной просто открылось продолжение тоннеля. Нигде не было даже малейшей щели или проема. Вот это я понимаю дверь. Ни единого стыка. Не то, что у нас в подъезде. Через пару шагов я оглянулся. Задвижка уже перекрыла вход. Источников света я не замечал, но при этом все прекрасно было видно. Освещение было таким, как в пасмурную погоду, когда солнце скрыто за тучами. Метров через 5 тоннель заканчивался огромным залом в виде купола. По всему периметру висели большие круглые зеркала диаметром в рост человека. На каждом зеркале были метки в виде небольшого рисунка. Десятки одинаковых зеркал синхронно отразили меня, и стало как-то не по себе. Первое зеркало справа от входа в зал. Такое же, как и остальные, за исключением метки. Над зеркалом были изображены 2 глаза. А на полу перед зеркалом стоял 2-й подсвечник в виде дерева, а рядом лежал коробок спичек. И это было очень кстати, потому что свечи на моем подсвечнике уже давно потухли. Наверное, кто-то предусмотрел, что так может произойти, и положил рядом с бронзовым деревом спички. Я поджег свечи на обоих подсвечниках, положил спички в карман, и зеркало стало порталом. На той стороне роскошный интерьер железнодорожного вагона класса люкс. Вот это нифига себе! Я стою тут перед порталом, а там едет вагон.
В его окне ночь, луна и мелькают кроны деревьев. Фантастика! Вдыхаю поглубже и делаю шаг вперед. Вагон ярко освещен и обставлен изысканной мебелью. На полу мягкий зеленый ковролин. На окнах занавески в тон ковролина. Стены отделаны полированным деревом цвета дуба. Резной стол и несколько стульев с зеленой кожаной обивкой. А позади меня огромное зеркало портала в дорогой оправе. Ну, просто президентский номер мелькает у меня в голове. Одну минуточку, коллега, я сейчас выйду. Раздался громкий каркающий голос. Присаживайтесь пока на диван. Потушив свечи, я поставил подсвечники на стол, а сам присел на кожаный диван. Через несколько минут дверь открылась, и прямо ко мне, вытянув правую руку, энергично зашагал хозяин вагона. Он был в белой майке, спортивных штанах и белых кроссовках. Меня поразил его внешний вид. Накачанные мышцы, побритая голова, шрам на лице и толстая цепь на шее. Он выглядел бы очень брутально, если бы не одно «но». Его рост. Он был карликом и буквально дышал мне в пупок. Карлик-бандит. Я еле сдерживался, чтобы не рассмеяться. Меня зовут Курт. Я проводник в этом холодном и темном мире. Громко представился миниатюрный качок. Его каркающий голос заполнил все пространство вагона. При этом Курт еще и картавил. Но ни рост, ни дефект речи его не смущали. Он буквально излучал в себе уверенность. «Евгений», — ответил я, пожав его маленькую, но сильную руку. Курт забрался на высокий барный стул, видимо, чтобы казаться выше, и продолжил. «Мадам Таисия говорила мне, что ты скоро придешь, и попросила обучить тебя всем премудростям нашей профессии. Я очень обязан ей, поэтому с радостью согласился. Для начала ты должен понять, что существует множество миров, которые располагаются в параллельных пространствах. В каждом из них есть проводник. Это, как правило, абориген, и у него есть особый дар. Он чувствует других проводников. Это невозможно объяснить, но это факт. В его обязанности входит контроль за посетителями из других миров и сопровождение своих пилигримов до интересующего их мира. Естественно, все это хранится в тайне, и только избранные знают о перекрестке. А что это за шар, из которого я попал сюда? Никто не знает, откуда взялся этот шар. Собственно, с него все и началось. Он как портал между мирами. Старательно выговаривая букву «Р», пояснял Курт. А что насчет зарплаты? Хитро прищурился я. Проводнику положено квартиру в бессрочное пользование, автомобиль и денежное довольствие в размере... Тут Курт на секунду задумался. В общем, мало не покажется. Звучит неплохо. Ну так что скажешь, Жека? Согласен ты работать проводником и по совместительству смотрителем перекрестка? Протягивая мне руку, спросил Курт. Конечно, и мы хлопнули по рукам. Скажи, Курт, а что это за вагон такой? Это мой кабинет. Нулевой вагон. Точнее, это целых 3 вагона. Имею право, я в этом мире самый главный. Горланил Курт. Это как? Не понял я. Я, друг мой, Жека, являюсь сосредоточением всего интеллекта в этом мире безмозглых мутантов. Вот, смотри. Курт подошел к столу и снял чехол с предмета, который напоминал высокий фужер. Бронзовая ножка фужера была выполнена в виде лапы хищной птицы, которая в своих когтях сжимала большой стеклянный шар. Внутри шара, в прозрачной жидкости, плавал огромный глаз размером с кокос. Это глаз кондуктора, который обитает в этой электричке. Представляешь, какого размера он сам? Я представил и аж передернулся. Придвинув глаз ближе ко мне, Курт продолжил. Но несмотря на размер, интеллект этих мутантов сопоставим с интеллектом холодильника. Так у вас тут кондуктором работает одноглазый монстр? Поразился я. Нет, Жека, у нас тут кондуктор совсем без глаз. И оба его глаза были у меня, пока этот несостоявшийся проводник, правнук мадам Таисии и по совместительству алкаш, не украл второй глаз. Бешеный темперамент буквально распирал Курта. Он не просто говорил, а как будто играл на сцене. Снова забравшись на высокий барный стул, он продолжил. Понимаешь, в каждом мире есть свой сверхпредмет. В твоем и моем мире они парные. У вас 2 бронзовых подсвечника, а у нас 2 глаза кондуктора.
Когда они находятся в родном измерении, это просто ключи от порталов. Но если сверхпредмет попадает в другой мир, то он приобретает дополнительные свойства. Например, твои подсвечники в нашем мире сделают тебя невидимым даже для мутантов с глазами. А глаз кондуктора в вашем измерении позволит читать мысли собеседника. Охренеть! Так вот, наша с тобой первая задача, как смотрителей, вернуть второй глаз на место, в этот вагон. А Курта, как мы его найдем? Спокуха с Жеком, мне недавно снилась Таисия и рассказала, где его искать. Ее правнук-алкаш продал глаз одному спиритисту, гадателю из вашего города. Предлагаю наведаться к нему прямо сейчас и выкупить у него глаз. Курта сунул в карман толстую пачку денег, надел свисток на шею и торжественно произнес: «Поджигай подсвечники, Жека!» Со свистком на шее Курт стал похож на физрука гопника. Я, улыбнувшись, зажег свечи, и мы вышли через зеркало вагона прямо в зеркальный зал. «А сейчас, Жека, я покажу тебе фокус!» Гаркнул на весь зал Курт. «Вон, видишь то зеркало, над которым метка в виде двух деревьев?» «Да». «Это прямой вход в квартиру проводника, то есть в твою служебную квартиру». «Значит, мне не обязательно тащиться по разбитым улицам перекрестка, чтобы попасть в зеркальный зал», — обрадовался я. «Вот именно!» — подтвердил Курт, входя через зеркало в мою служебную квартиру. В квартире был бедлам. Под столом стояла батарея пустых бутылок, а в воздухе висел тяжелый запах. «Твой предшественник тут безобразничал. Тебе придется немного прибраться». Деловито рассказывал Курт, показывая мне квартиру. Большое зеркало, три комнаты, кухня и кое-какая мебель. Не так роскошно, как у Курта, конечно, но зато не трясет, как в вагоне. «Эй, Жека, там в прихожей на полочке ключи от гаража и машины. Бери и пошли заводить твое служебное авто». «Курт, а у тебя права с собой?» «У меня кое-что покруче есть». При этом он достал из кармана две карточки и, протягивая одну мне, сказал: «Это, Жека, билеты на электричку из моего мира. Они обладают совершенно удивительными свойствами тут у вас. Если ты предъявишь этот билетик, то тебя пропустят куда угодно». Я недоверчиво взял картонку, на которой был какой-то набор случайных букв, и положил в карман. Служебная Нива завелась без проблем. Курт неплохо знал город и показывал дорогу. «Курт, а зачем тебе свисток?» «Как зачем? А наряд вызывать? Работа проводника бывает опасной». Я улыбнулся в ответ, не понимая, шутка это или нет. Подъехав к зданию, надпись на котором гласила, что тут находится сауна, бильярд и гостиница, мы припарковались и вошли в распахнутые двери. «Здравствуйте. Вы в сауну или в бильярд?» «Нам нужен медиум!» — громогласно объявил Курт. «Ах, вам к Анатолию Борисовичу. Идите за мной». Девушка повела нас в конец длинного коридора и, постучав, вошла в дверь с надписью «Говор А.Б. Медиум-предсказатель-шаман». Через минуту вышла и пригласила нас войти. Кабинет соответствовал своему предназначению. На стенах странные картины. Африканские маски да шаманские бубны. Освещение тусклое. А на специальной подставке дымят благовония. За широким столом сидит, видимо, сам предсказатель. Непонятного возраста, с жидкой седой бородкой. На нем был роскошный китайский халат с драконами. Но главное, перед ним на столе стояло то, зачем мы пришли. Стеклянный шар в хищной бронзовой лапе. А в шаре глаз кондуктора. «Подходите, друзья мои!» Указывая на два кресла перед столом, пригласил нас хозяин кабинета. Курт подошел к столу и сразу взял быка за рога. «Послушайте, уважаемый, у вас на столе стоит вещь, которая ранее принадлежала мне. Я знаю, что вы купили ее за 20 тысяч рублей. Мы с коллегой очень торопимся, поэтому давайте я уплачу вам за нее 100 тысяч, и вы уступите мне этот глаз, после чего мы удалимся и больше вас не потревожим». «Да вы в своем уме?» Возмутился медиум. «Эта вещь не продается, она бесценна. Я думал, вы пришли, чтобы заглянуть в будущее». «Ну хорошо, Хаттабыч, уговорил. Я дам тебе за этот глаз 200 тысяч рублей, и мы с тобой мирно расстанемся». «Глаз не продается». «Я не уйду без глаза!» Буквально прорычал в ответ Курт, залезая прямо на стол. Вдруг шаман схватил глаз и кинулся в соседнюю комнату. Курт рванул за ним, я следом. Соседняя комната оказалась лестничным маршем вниз. Мы вслед за убегающим шаманом рванули в подвал. В подвале в конце длинного коридора была дверь, которую охраняли два амбала. Медиум с глазом кондуктора забежали в нее. Амбалы сомкнули плечи и набычились, когда Курт подбежал к ним. «Ты куда собрался, недомерок?» Заговорил один из них, вытягивая ладонь размером с половину Курта.
Оба валите отсюда по-быстрому! Доставая пистолет, приказал второй. Я, опустив руки, стоял рядом с Куртом и думал, что через них нам ну никак не пробиться. Но я плохо знал Курта. Он извлек из кармана тот самый картонный билетик на электричку из его мира и с важностью министра обороны буквально ткнул его в нос обоим амбалам. Дальше произошло немыслимое. Амбалы вытаращили глаза, как будто он показал им килограмм обогащенного урана. У одного из бандитов рука потянулась к голове в попытке отдать честь, а второй открыл дверь и вытянулся по струнке. Курт, без тени сомнения, вошел внутрь. Я с открытым ртом последовал за ним. В большом зале стояло несколько игровых столов, за одним из которых сидели 4 человека и играли в карты. Рядом с одним из игроков стоял наш медиум с глазом кондуктора в руке. Как только мы вошли, он стал тыкать в нашу сторону пальцем, повторяя: «Вот они, Савелий Петрович! Это они и хотели забрать наш глаз!» Савелий Петрович, увидев, что мы вошли, заорал нечеловеческим голосом: «Рыхлый, ты совсем охренел? Ты куда их пустил?» В зал вбежал один из бандитов, стоявших у входа. В его глазах был испуг и растерянность. Он сам не понимал, как это произошло. Было видно, что он панически боялся своего главаря. «Так ведь мы... они ведь...» Мямлил Рыхлый, чуть ли не падая на колени перед своим шефом, не зная, что делать. В этот момент инициативу перехватил Курт, и его громкая картавая речь заставила всех повернуться к нему. «Господа бандиты, мы с коллегой пришли к вам исключительно с деловым предложением. Вам даже не нужно для этого вставать из-за игры. Мы хотим купить у вас этот глаз за вполне достойный 200 тысяч рублей. После чего мы удалимся, и я даю вам слово джентльмена, что про ваше подпольное казино не узнает ни одна живая душа». Я стоял, чуть дыша. Мы ворвались в подпольное казино, где в данный момент находились такие люди, которых мы не должны были видеть. Они могут стереть нас в порошок, и никто нас никогда не найдет. Понимание того, что мы с Куртом вляпались по-крупному, заставило трястись мои колени. Но на самом деле пугаться было рано. После наглой речи Курта возникла секундная пауза. Затем главарь бандитов издал для себя роковой приказ. «Рыхлый, быстро отвези в лес этих придурков, и чтобы я больше их никогда не видел!» «Все сделаю, Савелий Петрович! Я их так закопаю, что ни одна собака не сыщет!» Чуть не повизгивая от готовности исполнить приказ хозяина, ответил Рыхлый. Развернувшись к нам, он достал пистолет и наотмашь ударил Курта прямо по лицу. Курт отлетел к двери, по его лицу текла кровь. Рыхлый с перекошенной рожей двигался на нас. Пытаясь помочь Курту встать, я получил удар в спину от второго охранника. В глазах потемнело, и я рухнул на пол. Поднимая голову, я увидел Курта. Он вскочил на ноги. Рыхлый уже тянул руки, чтобы схватить его. «Жека, похоже, нас вынуждают пойти на крайние меры». Услышал я голос Курта. Затем он взял в руку свисток, который висел у него на шее, и громко свистнул. Вот тут начался настоящий кошмар. Я смотрел на все, лежа на полу. Посреди зала, на высоте примерно 2 метра над полом, ярко сверкнули 2 вспышки. Они буквально ослепляли, как сварочная дуга. Затем, пронзая пространство, в наш мир ворвались 2 мутанта. Один высокий, другой пониже. Их лысые головы были покрыты шрамами. Босые, но оба в старых грязных брюках. Голубые рубахи в багровых пятнах полопались от неимоверной мускулатуры. Вы когда-нибудь видели, как ведет себя хищник, попавший в стадо своих жертв? Нет никакого театрального рыка, нет устрашающих жестов, нет ничего лишнего. Он просто рвет плоть направо и налево. Он делает свою работу. Точно так же действовали мутанты из холодного и темного мира Курта. Рыхлый успел несколько раз выстрелить, прежде чем был разорван напополам одним страшным ударом. Напарник Рыхлого хотел сбежать, но был настигнут одним гигантским прыжком. И мутант просто откусил ему голову. Через пару минут все было кончено. Курт стоял посреди этой свистопляски, молча наблюдая за происходящим. В конце этого побоища телохранители Курта собрали все останки в кучу и молча пропали, снова ослепив нас вспышкой разорванного пространства. Все стены и потолок были залиты кровищей. На полу валялись зубы, пуговицы, карты, стволы. Но самое главное, на полу лежал глаз кондуктора. Видимо, прозрачный шар, в котором плавал глаз, был достаточно прочным, чтобы не разбиться в такой заварушке. Курт, словно олимпийский факел, поднял над головой бронзовую лапу, что сжимала шар с глазом.
Слушай, Курт, а могу я уволиться? Прокряхтел я, поднимаясь с пола. Не дрейфь, Жека, сработаемся. Я выдам тебе свисток. Торжественно прокартавил этот олимпиец, стоя в позе статуи свободы. Уже через час мы сидели в уютном вагоне Курта и пили какой-то невероятно вкусный чай, который он раздобыл где-то в параллельных мирах. А на лице Курта красовался пластырь. Оба глаза кондуктора стояли на столе перед нами. За окном проносилась бескрайняя тайга. Огромная луна сверху присматривала за этим странным миром, просторы которого рассекала бесконечно длинная электричка. «Слушай, Курта, а что это за электричка?» Курт закинул ногу на ногу и начал свой рассказ. Этот мир, Жека, является результатом сбоя в пространственно-временном континууме. Фактически, это альтернативное ответвление от вашего мира. Когда-то давно в одной электричке вашего мира произошла жуткая трагедия. Сбежавший маньяк перерезал пол вагона пассажиров. Один человек, чья девушка погибла в том вагоне, решил исправить прошлое при помощи двух сверхпредметов. Это часы в комплекте с зеркалом. Часы с зеркалом могут управлять временем. Но этот глупец не понимал, как действуют механизмы событий. Он вернулся в прошлое и убил маньяка прямо в электричке, еще до того, как тот стал резать людей. А потом этот герой еще и встретил самого себя в электричке, чем вызвал хронопарадокс. И от вашей действительности отделилась альтернативная ветвь. Только вот в результате хронопарадокса тут все настолько исказилось, что пострадали сами законы физики. Все в этой реальности перевернулось вверх ногами. И появились мутанты, бесконечная электричка, вечная ночь и мороз. А получается, в нашей реальности ничего не изменилось? Прихлебывая чай, спросил я. Нет, Джек, у вас все осталось по-прежнему. Только пропал один человек, тот самый, кто нырнул в прошлое и ушел навсегда в альтернативную ветвь событий. Курт, а что это за часы такие, которые позволяют попасть в прошлое? О, друг мой, Жека, это очень мощный сверхпредмет. А самое печальное, я даже не знаю, где его искать. Отыскать часы, Жека, это наша следующая с тобой задача, друг мой. Сегодня мои представления об окружающем мире буквально перевернулись. Все, что я знал до этого, оказалось лишь небольшим фрагментом на фоне бесконечной мозаики реальности. Множество новых вопросов роились в моей голове. Но что может быть интереснее и увлекательнее, чем поиск ответов на самые невероятные вопросы?